не готовили! Отступаю! Покинутый патрульный пост. Опасное это место, Биди. Кордова считал, что ключ к хранилищу на Датамире. Ты нашел своего Вуки? Ага. Но дела там внизу плохи. Империя повсюду. Инквизиторы? Ну, Трилы. Второй сестры. Пока нет, но она все еще преследует нас. Я победил девятую сестру. Кэл, когда меня схватила Империя, я держалась. Я поклялась себе, что скорее умру, чем заговорю. Но затем эта темная тень пришла. И это было хуже любого кошмара, который я могла представить. Но я еще держалась. Но в конце я все же сломалась. И выдала им Трилу. Да, я знаю, что уже никак не могу исправить это. Но, Кэл, у нас еще есть шанс спасти других, тех, кто в Голокроне. Так, ладно. Девятая сестра говорила о том, что стать инквизитором — это неизбежность.
Но ты прошла через то же, что и она. И не присоединилась. Кэл. Все хорошо, Церы. Мы найдем Галакрон Кордовы. Эй! А ну, убери лазер от моей еды! Мне сейчас совсем не до разговоров. Куда, парень? Задаю курс на... Погоди, ты хочешь на Татамир? Удивлена, что Кордова летал туда. На то должна быть причина. Как прилетим, я из богомола и носа не высуну. Местный свет точно сожжет мою кожу. Раньше здесь обитала мощная группа владеющих силой, известная как Сестры Ночи. Они владели силой? Как джедаи? Нет. Эти ведьмы жили по-своему. Они лгали, обманывали и манипулировали. Ха! Прямо как моя бывшая. Во время войн клонов Сестры Ночи заключили союз с лордом ситхов, а он их предал. В итоге их почти полностью уничтожили. Датамир — опасное место. Нужно быть осторожней. Мне можешь не рассказывать. Ах, приближаемся к месту назначения. Плюхайся, парень. Внутри. Тут стены. Тут джедай. Все хорошо, да? Эй, Кел, у вас двоих все путем? Не знаю. Сейчас это не самое главное. Знаешь, Цера в тебя верит. Сказать по правде, сначала ты не произвел на меня впечатление. Я заметил. Я вернусь. Ты видел Цера? Что, это вопрос с подвохом? Ты хочешь, чтобы я вышел наружу и нашел ее? Нет, не надо. Я сам найду. Хватит трепать мне нервы, Кэл. Я сильный, но хрупкий. Я вернусь. Кэл, у тебя есть минута? Ты многому научился после Бракки. Но этот путь далеко не окончен. Знай, впереди тебя ждут сложные испытания. Я справлюсь. Я знаю, что ты сможешь. Я этого не отрицаю. Я знаю, что делать. Мне не впервой. Кэл, даже самые сильные джедаи... Я не Трилла. Я не сдамся. Конечно, нет. Я этого не говорила. Тебе не обязательно что-то говорить. Все в порядке, Цера. Правда. Будь осторожен, Кэл. Это все. Эй, знаю, мы не в ладах, но могу я с тобой кое-что обсудить? Нужна помощь. Я слушаю. Я восстановил связь с силой, но мне что-то мешает. Как думаешь, что? Когда я открываюсь, вижу мастера Топала. И при этом ты продолжаешь укреплять связь с силой. Знаешь, о чем это говорит? Что я сам себе худший враг? Что ты должен принять свои эмоции. Тебе нужно время. Цера. Спасибо. Я это ценю. Я ничего не знаю о Датамире. Это совсем не удивительно. Большую часть я узнала от Кордовы. У него были свои причины побывать здесь. Похоже на то.
Здесь все равно опасно. Будь осторожен, Кэл. Хорошо, что мы там не стояли. Это что за зверь? Выглядит не очень дружелюбно. Требуется помощь. Отличная работа. Славам Дэнни, Телори Олей. Сестра Ночи тренируется.
Беди, подкинь стим. Прекрасно. Не подкинешь стим. Мне гораздо лучше. Спасибо. Что нашел? Спасибо. Не могу пробиться. Здесь кто-то был. Чужак, не с этой планеты.
Похоже, здесь побывали Зефа. Странно. Вроде заброшенное место, но... Убирайся, джедай. Уходи. Ты ведь сестра ночи. Думал, вы все погибли. Не все. На Датамире тебе не место. Уходи. Я не могу уйти, но вдруг ты мне поможешь. Я... Постой. Я тебе не враг. По твоим действиям не Стой, похоже. Погоди, я же не... Павший! Противник! Хорошо. Седай, трусы. И это удар? Нет! Я совсем слаб, Спиди. Закрыто намертво. Сестра ночи выжила. Что-то в ней кажется знакомым.